Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Мув, Алга, Серега, Angry Panda, Кили, Кирилл. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика и очень классный ролик, потому что мы записываем по вашим просьбам, чтобы мы были Серегой охранники, а все остальные игроки были аниматроники. Получается, у нас будет 2 охранника и 4 игрока за аниматроников. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас рубрика «Аниматроники пугают охранника». Все, выходи, подлец. Все, Серега, закрываем все. А, давай как это, знаешь, перед сменой надо проверить, что все работает. Работает. Слышишь, уже бегут. Пацаны, подождите, да. Подождите, мы проверяем дайте, все дайте кабаки. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Стараемся поднять вам настроение и не только. Открываем потихонечку. О, вот, это, вот это было ПРП, потому что нефиг открывать калитку, если ты знаешь, там а кто-то вот стоит. А вот ты молодец какой. Я знаю. И честно, скример нормально поймал. Above rotation. Ладно, тогда другого возьму, то уже нечестно будет за него. Не, честно-причестно. Выходи отсюда, мув. Я галлюцинация твоя. Это галлюцинация? Галлюцинацию можно по жопе надавать? На теле, по жопе. Вышли все. Серега, а ты не помнишь, на этой карте двери убивают? Нет, по-моему. Давай проверим, а ну, пацаны, стойте. А ну, нажимай. Вот, блин. По голове калитка бьет. Опять ты? Опять ты? Валите. О, все, отлично, Сережка. Да. Чекаем, закрываем здесь. Эй, мы звонок нам поставили, 3 раза звони. Хотите шутку расскажу? Давай. Тут откройте. Эй, нельзя тут открывать, дать я по башке. Серега, знаешь что? Мы сейчас будем брать оружие специально, если будете заходить к нам без спросу. Опять? Не будет. Хорошо. Серега, знаешь, какое оружие возьму сейчас? Какое? Фризган. Так вот, я не помню, как он, где он. Вейп. Вот он. Все, сейчас найду. Давай. Сережка, я уже приготовил. Эй, там кишки из жопы кто-то выпускает. Пацаны, легче. Слышишь? Это спринтрап, да, превращается фиолетовый челик в спринтрапа. Нет, это я просто какой. Серега, я их заморозил. Вот, блин, прикольно получилось, прикольно, мне нравится. Пацаны, там же Серега их надо разморозить, ты помнишь? Да. Так, оружие. Я иду размораживать их. Разморозить? Эй! Я же по-доброму, ты кишки из жопы меня опять выпустил. Сережка, где ты там? Вот это тут жопа творится. Я их поразмораживал уже. Сюда. Серёга. Давай, Сережка. Эй! Вот это звуков миллион штук разных. Ладно, пусть будет этот звук, мне нравится он. Ух ты, что там творится. Серега, за мной. Агенты 007. Сережка, убили. Я один остался, одинешенек. Серега, я за тебя отомстил. Сейчас придет злой охранник с это, петухом. Я их не, я не могу попасть. Ай, Сережка, отомсти за меня. Вот это ты псих. Охранник разошелся. Охранник псих, да, Серега? Че, как это называется? Да. Новая рубрика. Ух ты. Димас обстоит. Все, давайте дальше по РПшам. Туриана в Ахханале. Давайте, закрываем калитки и РПшам. А чик. Разморозить? Пугайте нас. А, разморозить, да, могу. Сейчас. Отлично, заморозь аниматроника. Заморожен, ты видел, трупа ищут?
Вот это жесть у нас. Картов на всем, как всегда, лучшая. Разморозить. Да размораживаем, размораживаем. Ого. Нормальный стримачок. Вообще, Рома, ты читер, ля. Да нормально. Калитка, калитка горит. Быстро калитка горит. Слышь, ты что двери открываешь? Аниматроники не могут калитку открывать? Я не открывал, выйти пытались. Так, если мы сейчас, Серега... То дайте нам поиграть чуть-чуть. ПРПшить. Пожалуйста. А, размора, только ты давай сразу вали отсюда. О, молодец. Уйди, 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 уйди. Сережка, ты иди, все, давай. Я смотри, здесь. Внимательно, никого не пускаем. Товарищ Робин, у вас чичар. Я сижу на стульчике. Ну и сиди. Я сижу на стульчике, на-на-на. На тебе, Фокси, конченый. Попался. На тебе. Серега, я за тебя мщу. Я, Серега, всех позамораживал. Хорош. Нормально? Давай, вставай! Давай поиздеваемся над ними. Давай, вставай! Меня невозможно заморозить. Возможно, любого заморозит. Оружие всех морозит. Ну, а ты найди меня сначала. Ты думаешь, тебя не найду? Ну, сложно найти человека, который не найдет. Ну. Вот видите, кабанчик гонится за вами. Все? Окончено твое царство. Ух ты. Я вообще-то в земле застреваю. Да? Тебе просто к земле уже тянет потихоньку. Слышь, что тут ходит вообще? Я очень тянет. Это я. Тут что-то горит у нас, пацаны. Вот у меня там пекарня горит. Кто-то хлеб печет. Отлично. Выходите. Да. О, давай я спауном уже тут поставлю, чтобы они там не появлялись. Ну. Так, entity. Или это, скорее всего, нам спауны. Чё за мыши там у нас завелись? Миша, уходи отсюда, Миша. Миша, Миша, у тебя потекла крыша. Это мы, Серега, короче, на рынке сегодня котят раздавали. Ага, я стишок придумал. Кто возьмет котенка, у того будет хорошо работать печенка. Серега, что-то много, да, аниматроников? Да, давай, может, взорвем. Давай оружку, просто возьмем оружку, и когда они будут приходить, мы их просто будем мочить всех. Откройте дверь. На, попей. Ай, я потом. Еще вот сюда. На. Как я его убил? На. Ай, Димас. Эх. Погоди. Да я хочу, короче, эти штуки засрать все. Тут Дима напердел, ребята. Пердун Димка, не вари. Димас, тут слабенько, может, давай я что-нибудь сейчас забабам. Давай. О, я самоубийство сделал гранатой. На тебе! Ах ты, мув! Эй, хватит тут пердеть нам. У меня постоянно какой-то звук костра. Стоп саунд пропиши. Ага, мы так и сделаем. У меня тут сейф какой-то прописывается. Ау. Так, Сережка, я беру оружие читерское, сразу говорю, потому что я иду их наказывать. Кто будет к нам заходить в офис, я буду сразу мочить. Сразу и это смертельно. Я же сказал, ну нельзя тут ходить. Мне страшно стало. Я вам говорю, нельзя тут никому ходить, вообще никому. Вы это понимаете? Да какого у вас принтрапа? Готов? Ой-ой-ой.
Серега, они не умерли. Не, умерли. Да? Вот это взрыв? Вот это взрыв, да? Сейчас у меня есть тоже, Серега, для вас небольшая бомбочка. Нет, я это читерская сильно. О, давайте красивую взорвем. Нет! Ой-ой-ой. И Серега взорвал, и я взорвал. Давно у нас не было в конце много взрывов. Да. Ай. Я живу. Надо улетать. Блин, я хочу вылететь за карту, но не успеваю. Улетаем, 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 ребята. Успеваю. Ой, 29 хп, успел улететь. Ух ты, эту карту взрыве не видно. Прощай. А можно ее не взрывать? Пиццерия FNAF 7 закрыта на ремонт. Да. Собираем деньги. Ой-ой-ой, там все сдыхают и сдыхают. О, Серега, это ты нажал? Да. Пусть будет. Все, хорош, взрывывать. Панда, панда. Панда, давай уже, хорош. Давайте просто сделаем концовочку в карте. Где эта черная мотня идет? Вот, вот она, приближается. Давайте удалим спауны. Что происходит? А ты что не знал, этот прикол, это пасхалка в карте? А что, она остановилась? Нет, она идет. Звук, звук пропал. Идет, идет, идет. Все, ого! Один, а, все, я понял. Я вообще не понимаю, где вы. Куда красная штуковина? Куда я лечу? Я ничего не понимаю. И друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!